Окей, всем привет, ребятки! Вы на канале Funny Games TV, это Shadow Fight 3, и у нас новое событие, новый марафон. Давайте глянем, что у нас за задание. Так, марафон обморожения, а это марафон фельдшера. Марафон обморожения, вау, тайничок, линка, задание марафон, чтобы получить награды. Так, ясно, что тут делать, ну, сейчас будем потихоньку все изучать. Давайте здесь посмотрим, смотри, тут какая-то акция, и все, что ли? А ничего не будет больше, мне ничего не покажут, ничего не это. Блин, ну у меня же этот сет фельдшера уже есть. Ладно, пошлите безумие на рынке и посмотрим. Так, ты уже в курсе, да? На рынке опять рванул тенепровод. Но в этот раз что-то совсем туго. Где же фельдшеры? Почему они не пришли нейтрализовать последствия? Значит, за дело придется взяться нам. С теневой энергией мы пока ничего не можем сделать. Но можем хотя бы спасти людей. Никуда не уходи, будешь помогать. Посмотрим, что нас здесь ждет. В общем, мы уже вроде проходили такой марафон. Но поглядим. Так, обезумевший насильник. Насильщик. Боже, что я несу. Так, ладно, поехали. У меня, как вы видите, прошлый сет, с которым я... который я надел... и которым я вроде бы выношу этого обезумевшего насильника. Насильщика. Насильник. Жесть. Ладно. Так, хпшку мне восстанавливаю, да? А обезумевшая торговка теперь против меня. Эй, а чё я... Чё у меня нажимается назад? Не надо мне ничего нажимать тут. Так, а чё у меня за теневуха? Ух, нифига себе. Ой, красиво. Ой, вообще шок просто. А что это ты сделал, чел? А что он сделал? Просто цепь на руку натянул и все, и до свидания. Ну ладно, уже как-то вообще справляемся. Так, фельдшер-стажер. Угу. А потом будет фельдшер сам, видимо, да? На. Блин, ну прикольный такой сетик, да? Меч, конечно, жесть. На. И красиво. Так, а, нет, она мне вынесла. Так, а какие нижние удары ты делаешь, чел? А, один удар, что ли? А, верхний? А, ну прикольно. Ну вот это вот тыканье, конечно, не очень, но ладно, окей. Самое главное, что нам ХП восстанавливают, и мы с вами выигрываем. Так, предатель, как же я раньше не догадался, это ты подстроил аварию? Джун пригрела тебя на груди, как змею. По-моему, мы это уже читали. Смерть изменникам империи. Да, по-моему, это мы уже читали. И это разведчик Вэй. Ага, понял. Да, по-моему, мы это все проходили, чуваки. Лови, Вэй. Разведчик вонючий. На! Блин, какой же мичуган длинный, смотри. Просто издалека можно рубить капусту. На! Все, он, по-моему, даже мне удара не нанес. Вообще изи как. Победа. Окей, что дальше? А дальше, наверное, будет километр всяких активностей опять, да? И у нас то, что я задонатил, купил Battle Pass, можно энергию... Ой, можно эту карту, короче, брать. О, нет, кузнец Линк, Вэй! Ты что там бормотал про предателей? Теневая энергия и тебе в голову ударила? Проклятие, прошу прощения, я тоже подался, в общем, безумие. Линк, расскажи, что здесь произошло. Эвакуация шла обычным планом, как вдруг сбрендил бригадир фельдшеров от Зума. Угу. Ребята из его отряда, конечно, сразу струсили и спрятались у меня в кузнице. И отказываются выходить. Черт знает, что такое. А, вот оно что. Тут я смотрю, последствия хуже, чем обычно. Тяжело без фельдшеров. Что ж, разделимся. Друг, если найдешь Адзуму, втолкуй ему, что его ждут дела. И будь осторожен, теневая энергия забирается тебе в голову. Ну, ты видел. Угу. Понял, не понял. Понял, не понял. Ага, ну вот, и у нас пошло, короче. У нас куча активностей сюда, туда. А, такие бои вот здесь, наверное, сам... От Зума, да? Ну, чтобы с ним сразиться, нужны 10 вот этих билетов. Офигеть. А сюда 250 бой. Что? Офигеть. 100. У меня 315. Мне дали билетики. А, так, 250, смотри. Ну, не знаю. Ну, ладно, давай начнем с простого, наверное. Вот это за 226к помощник Линга. Линга. Линга-линга-минга. Так, и чё? Сын булочника. Рынок всегда был оживленным местом, но это уже перебор. Этих несчастных нужно эвакуировать, но они уже надышались теневыми испарениями, и это будет непросто. Я бы сам их успокоил, но не очень-то люблю конфликты с соседями. Справишься? Ха, еще бы. Естественно, нет. Ладно, начали, поехали. Так, чел, куда ты там прыгаешь, а? Куда ты? Видел мой меч, блин? Этот меч просто кладенец. Он вырубит любого. Шок в голову. Ой, досвидос, добиваем. Все,
Мы как-то вообще изи просто разобрались с этими булочниками. Ну ладно, посмотрим, что нам дальше игра предложит. Итак, поехали. Начали, да. Отлично. Разворота. Ой, достал. А, вот сейчас не достал. А, ты хочешь теневой? На. Вот это вот что за удар? А, вот, да, прикольно. Халк крушить, ломать. Да, это удар Халка реально. Прикольно. Так, хорошо, и сколько здесь боев у нас? Ну, тут, кстати, можно и билеты выиграть, и еще что-то там выиграть. Да, и надо будет потом пойти посмотреть марафон, изучить, что там... что там можно заработать. Так, вырубаем цветочница Сюли. Сюли-мули. Да, да, свидули. Да, я хочу вот такой удар. Отлично. Ай-яй-яй, нет, не надо, что это такое? Цветочница, на, держи. Боже, иди сюда. А чё я её не схватил, Алёшка? Вот жесть. На. Ух, вот это красиво. Ох, она подлетела. Вот это нормально. Кстати, откуда у меня теневая энергия уже так быстро накопилась? Хм, странно. Ладно, возможно, она быстро копится просто. Я еще даже, кстати, ни разу не этот, не воспользовался тем, чтобы умереть, да, там. Там же у меня какое сила с этой, я вроде умираю, типа. А, вот такой пинок еще есть. И что он дает? Да хватит меня, дай пинок проверить, Алёшка. Дай пинок, говорю, проверить. А, просто удар, да? Все, понял. Ладно, все, не буду больше ей поддаваться. Иди сюда, ну. Умирай. На. Ой, красиво. И нижний удар, как же я угадал, да. Отлично. Цветочница, до свидания. Сюли-мули, були-були. Иди, короче, гуляй. Так, дальше. Помощник Линка, умелый боец. До сих пор помощники Линка. Ну, окей. Так, почетная Цинзухуа. Что за маты? Что за Цинзухуа? Это что это такое? А? Нельзя тут материться, на, держи. Шок. Получай мешок. Так, блин. Мы с вами договорились, что я девушек буду Анютками называть. Поэтому... Анюта, до свидания. Отлично, комбо 4. Блин, я даже не помню, какие у меня там эти дополнительные всякие штуки установлены на шлем, да. Ох, нифига себе. Я подловил как. Хорошо. Да, боже, как я так промахнулся, а? Бесит. Детство. Не, я думал, вот этот удар, знаешь, когда он этот хватает. Бьет сначала ногой, а потом ее хватает и кидает. Я думал, вот такой вот удар, но нет, оказывается, не такой. Ух, да свидос. На, прям по жопе. Таким огромным мичиганом по жопе получить, это пипец просто. Даже если он тупой, это будет очень-очень больно. Так, да, 75 билетов, отлично. Кстати, да, где же тон-то зарабатывать? У нас же есть бастер-паки, которые мы... Пшеничный торговец. А, ты торгуешь пшеном или пшеницей, а? Чё ты молчишь, говорю? Торговец, будешь отвечать, нет? Ясно, хочешь пообниматься? Я понял тебя. Иди сюда, блин. Достал уже. Все, пшеничный. До свидания. Иди торгуй пшеном. Нечего драться, я не понимаю. Если вы торговцы, зачем вы деретесь, а? Вам же, что, вам же есть чем заняться. Почему вы так себя ведете? Некультурно. И так. Вот так. Так, и еще удар Халка. А почему нет удара Халка? Боже. Блин, я хотел бы схватить, но почему-то нифига. Идеально, а? Класс. Ну, удар Халка хотелось бы получить, но не получилось. Ладно, помощник Линга, умелый боец. Так, и все, это должен быть босс. Ну, это учитель Хэппин какой-то. Хэппи Мил? Учитель Хэппи Мила? Ой, боже, нет. Ладно, учитель. Тихо. Сильно не злись ты так. Блин, почти достал. А, кстати, что у меня? А, у меня пистолет. Нифига себе, на, дотянулся, прикинь, на. Куда ты встал? А ну-ка, упал, говорю. Упал, отжался. И свалил. Отлично. Ну, пока неплохо, слушай, пока мне этот сет нравится. Вот разнообразие. Вы все меня просите, поменяй сет. Вот вам и поменял сет. Надо будет потом еще за мясника тоже порубиться.
попробовать в капусточку этих порубить своими теневыми... Ой, нет, не теневыми, а топорами мясника. До свидания. Держи. Так, удар Халка. Ну нет, он, блин, не хватает, и все, что за удары вот эти Халка дурацкие, бесячие. А, отлично, да. Хорошо, что я становлюсь неуязвимым в моменте удара. И все проходит, у меня пролетает. А так бы он меня сейчас наказал, конечно. 5 жетонов и еще... За рекламу даже больше 15 жетонов дают. Вы что, серьезно, блин? Вроде потише стало, но ты все равно не расслабляйся, работы еще много. Окей, бро, окей, я понял тебя. Но, блин, ну как так несправедливо? Я выиграл вас 6, победил, мне всего 5 жетонов дали. А за рекламу, если бы я рекламу посмотрел, мне дали 15 жетонов. Где справедливость в этом мире? Это марафон обморожения, побеждать Магмариона и других боссов в режиме рейда, чтобы получить награду новый аспект для скина ледяного сталкера. Обморожение, новый аспект? Это что за ерунда? Новый аспект, смотри. Говорящий с бесом, у меня для тебя небольшой подарок. Хочешь проверить, сколько урона ты наносишь в бездне? Специально для тебя я собрала пару тренировочных големов. Они не будут бить тебя в ответ, не бойся. Покинув бой, ты сможешь увидеть точное количество нанесенного урона. Попробуй поэкспериментировать с сетами, перками и спецприемами. Ого, нифига себе, 943 дня. А вот это, чем это от этого отличается? А? Ну ладно, участвует бесплатно. Давайте посмотрим, чуваки, что это такое. А, ждем других. Каких других? Я один здесь, по-моему, участвовал, Алёшка. Пожалуйста, выруби вот это. Зачем? Просто тренировка же. Зачем я должен ждать? Я никого не хочу ждать, я хочу один. Посмотрим просто, сколько мой сет вот этот будет наносить. Или это не работает? А, нет, заработало. Смотри, ну отлично. Ладно. Ого, ржавчик. 100 хп полосок у него. Смотри, он просто стоит. Раз, два. Ага. Ну, жесть, я ему отнимаю, конечно. Ага. Отнимается что-то вообще, нет? Да что-то там вообще, по-моему, ГГшка. Кровотечение наложил. Не такое себе, короче. Сейчас посмотрим, сколько я за... Там сколько, 30 секунд или сколько бой идет? Окей. Одну полоску хп я ему снес, чуваки. Одну. Это просто пипец. И сколько? 1150 я ему... Ну, ага. 1150. А есть какая-то сложность между этим и этим? Есть разница? Давай посмотрим, что здесь. Или посмотреть вот здесь, за билетики. Здесь уже можно нормально... Кстати, здесь можно вот это зарабатывать. А тут за 100 билетов. Так, 100 билетов, если у меня останется 300. Я смогу поучаствовать и здесь. В принципе, здесь. Здесь я участвую, зарабатываю жетоны и билетики. А здесь зарабатываю больше билетиков. Ага. Ага, ну давай, короче, сюда, наверное, сходим. Давай, напарник В. Умелый боец. Окей, давай потратим. О, да, музяка. О, жесть. Хорошо, что я тебя нашел. Помоги мне. В одном из переулков случился настоящий теневой пожар. Гражданские уже покинули этот район. Слава богам, но там сейчас застряли наши лучшие гвардейцы. Их нужно нейтрализовать, пока они не погибли. Хорошо, чел, я тебя понял. Ой-ой-ой. А, он сразу... Он сразу теневуху кидает. Откуда? Откуда, чел? Тум-тум-тум. Блин, какой же саундтрек крутой. Тум-тум-тум. А, у меня хпшка восстанавливается. Ну, ладно, в принципе, неплохо. На! О, жесть, вонючий дракон. Засунь его... Засунь его себе нафиг. Туда подальше, держи. Держи. И сила Халка. Сюда. Да, наконец-то я схватил вас. Глупые людишки. А я очень злой бомжишка. Окей. Так, безумный гвардеец, еще один. Это уже третий. Ну хорошо, поехали. Ага, промахнулись. А вот сейчас не промахнулись, и шок. А, ну блин, я забываю, что этот удар, он по лежачей цели, короче, не наносит урона. Тихо, тихо, тихо. Тихо, убери свою фигню. Че это? Ой, хорошо. Боже, достал, убежай. Так, отлично. Отлично. И, блин, ну она мне все хп снесла. Вот это жесть, это уже сложность. Какая-то жесткая. И у меня хпшка не восстанавливается. Да, она чуть-чуть там прибавляется и все. Куда ты, чел? Куда ты, чел? Куда ты, чел?
Боже, да нифига у них теневой энергии, просто жесть. Ну походу нет, я с этим сетом тут не выиграю, чуваки. Да. Да. Да офигеть, какого фига ты меня бросил, а? Гад ты вонючий. Ну все, умри. Пожалуйста. Да. Ой, это был только четвертый, чуваки. А хпшки-то нет. Хпшки-то нет. И что делать будем? О май гадабл. О май гадабл. Тихо, куда ты пошел? Давай, я первый. Да. Отлично. Раз. Два. Ай-яй-яй, не то. Не то. А почему я промахнулся? Да нет, я нажал. О, фига. До свидания. Ух, последний. Ну, у меня нет ни теневухи, ничего, все. Это ГГ. И кто сейчас будет напарник ВЭ, теневый? Безумный гвардеец, не, хотя это... Вроде бы, ну это жесткий, да, вот этот жесткий сет у него, он сейчас... Да, будет... Удары спамить свои! Нет! Оу, так, у меня 10 секунд! У меня 10 секунд, чуваки! Нет, я умер! Жесть, я умер, нет! Офигеть, просто! Просто жесть, пройдено раундов 5. Ага. Ну круто, чё сказать. Круто, 250 билетов просто просрано. Вот теперь понимаете, почему я играю за сета Рыси, да? Потому что с сетом Рыси я бы его прошел. И чё, заново билеты? Да, даже попыток не дают. Короче, да, это надо участвовать в рейдах, чуваки. Так, у меня есть 100 билетиков. Давайте попробуем, запустим рулетку. Седьмое, нифига себе. Ух, какое-то уникальное эпическое снаряжение. Ага, как раз для рейдов выбил. Окей, блин, может пойти в рейд все-таки поучаствовать в один, а хотя бы просто поглядеть. Давай, наверное, надо все-таки пойти вернуться к своему любимому сету. Ух, ничего себе, я тут еще какие-то сеты собрал. Да я уже успел. Блин, я, ну ладно, нет, наверное, возьму сет Рыси все-таки. Да, сет Рыси. И поехали, че, в рейд сходим? Или безумие еще на рынке посмотрим. У меня еще вот здесь есть какие-то... Да, давай, наверное, успеем сейчас. Короче, сейчас все успеем. И сюда сходим, и... О боже, Алекс, Фельдшерцу отряд, равнение, обезвредить теневого монстра, сопротивление бесполезно, руки за голову. Что? Что ты несешь? Какой-то Алекс, какой Алекс еще? Ого, чего у него хпшки нету? А куда он хп потратил свою, а? Жесть, что-то не понимаю, все чернеет, все темнеет, ну окей, я выиграл. Хотя я даже толком его не мучил. Не бил. Сейчас, подожди, он сейчас сразу, наверное, будет исчезать, да? А нет, он сразу меня фигарит. Вот же гад, блин. Вонючий. Отлично. Иди сюда, поймал. Да, и до свидания. Алекс. Алекс отъехал. Как-то быстро, а чё такое-то? Ну, наверное, тут не один бой, я думаю, да? Не может же быть такое. Да, тут боев дофигаще. Тут разные, короче, виды от зума, видимо. Шутник сота. Да? От зума это ты? Что с тобой стало от зума? Почему? У тебя разные варианты крови. Ха-ха, сам умер. Я даже ничего не делал. От диареи, видимо. Ну ладно, не расстраивайся. Вон, пойдешь за палатку, да посидишь. Ой, ладно, поехали. О, блин, да. Вот это жесткий этот. Да что такое? Хватит кашлять. А, что-то в горло попал. Да что за фигня? От зума. Ты меня травил чем-то, да? Гад, понючий. Все, тебе ГГ. Не понял, да что он сам умирает, я не понимаю. Или там бомба взорвалась, что у него было? Бомба в трусах? Непонятно, ладно. Окей, 300 теневой энергии, неплохо, неплохо. Так, хорошо, дальше. Инфекция, спаситель от зумы. Блин, да, жалко, что я, конечно, не в этом сайте сразу играл. Вот, я бы победил бы. И не пришлось бы... А, он, смотри, на меня кровотечение наложил. Да, он накладывает кровотечение и тратит теневуху, видимо. Да, теневуху. Ой, вернее, хп он тратит, когда в теневую форму входит. Все понял. Ну да, это же сет от зумы. Только это же не полный сет. Почему так работает? Ну да ладно, нам пофигу. На! Да, я вовремя прыгнул, чел. Сюда, сюда. Давай, давай, теневуху потратил. Боже, достал. Тихоня. Вот все, и будь тихой. Это твое призвание пока что. Так, отлично.
Ну, как-то быстро у нас. Смотри, сейчас 45 ключей еще заберем. Вообще изи, быстро бои и выносим. О, это уже похож на Адзуму. Пол седьмого. Не забудь про сюрикены. В смысле? А что здесь сюрикены мои? Что ты от моих сюрикенов хочешь? А? Че? Лови сюрикен. Сам сказал. Сам подсказал мне сюрикены использовать. И до свидания. А чё ему сюрикены нужны? Зачем? Идеально, офигеть. Классно. Так, ну он сразу теневую использует. Надо попробовать прыгнуть. Давай прыгнем. Оп, ага, понял. Ох ты гад, ну на. Ты же сам сказал, что тебе сюрикены мои нужны. До свидания. Вставай, Ванечка, Адзума. И сюда. Ух, как я его подловил, офигеть. Там перков на него наложилось. Ну так, ну это типа пол седьмого, не знаю, что это значит. Да, и ключи забрали, но это получается только полпути получается, да? Раз, два, три, четыре, раз, два, три. Чё, три боя? Ну, видимо, да. Ну ладно, 100 билетов, в принципе. Ого, смотри, теперь Адзума с этой кусаригамой. Нужна помощь? Нет, не нужна. Особенно твоя, так вообще. Давай, спи просто. Просто спи. Эй, ну ты должен умереть, мне кажется, нет? Может вот сейчас? Нет, сейчас нет. Ну ладно, а как сейчас? Тоже нет. Боже! Он же гад. А вот сейчас? И сейчас нет? А вот сейчас? Достал! Сколько можно, гид вонючий какой-то, гид. Гид-эзита, окей. Минус. Поехали. Блин, нет, нифига, что-то не заходит, да еще вот этот вонючий. Земля там взрывается, бесит аж. Куда ты там руки свои тянешь? Сам же и наступишь на свою мину вонючую. Давай сюда, подходи. Эй, купился, да? Купился, ты думал, что, ко мне подойдешь? Обниматься я буду с тобой? Нет, пошел ты нафиг. Так, ладно, все, следующий. Заклинатель змей. Что это значит? Яд, наверное, да? Яд. Ага, у него нифига вот эти ножи. Слушай, я хочу вот себе такой тоже сет. Я тебя прикрываю, если что. Чего? Чел, не надо меня прикрывать. Иди нафиг, себя прикрой. До свидания, просто. Вообще, тенебрис. Тенебрис отсюда, я бы сказал. Тенебрис отсюда. Вот. Умел бы я заклинатель змей. Но, видимо, да. Видимо, он яд на меня накладывает. А я на него накладываю яд? Ну-ка, давай посмотрим. Нет, никакого яда нету. Какой-то желудок у меня там появился. Ну, бомба, которую я на него наложил. И все, да? Что это? Что за сальтушки ты на месте крутишь? Что это? Для чего? Зачем? Идеально, до свидания вообще. Все, тенебрысь отсюда. И следующий у нас последний, да? Так, мастер тени, спаситель Адзумы. Мастер тени, это фельдшер Адзума. Да, вот он, наконец-то. Достали твои клоны, Адзума. Ты не пройдешь, я один сдержу тебя. Офигеть. Да жесть. Пипец, у тебя палка такая длинная, а у меня когти. Посмотри, они какие коротенькие. Ты не офигел ли, Адзума? Хотя даже твоя длинная палка тебе не помогла. Мои коротенькие когти все-таки расцарапали тебя до смерти. Окей. А, давай попробуем прыгнем. А, нет, вот эта фигня, вот эти осколки, они жесть как поражают. А смотри, у него уже хпшка не отнимается. Ух, нифига себе, класс. Слушай, какие удары вот эти классные. Да жесть! Ты достал меня! Ай-яй-яй, почему хпшка не восстановилась? Да боже, я его кинуть хочу, почему-то удары происходят и происходят. Давай! Ай, нет, опять! Но все равно... Ой, я даже сумел его победить. Офигеть, он просто меня... Ты видал хп, сколько отнял мне? Это же жесть, я же чуть не помер. Ну окей. Поехали. Да ё-моё, вонючий ты от Адзума. Получи. Ой, а чё следующий удар? Да, чё за лагало? На, держи тоже. Иди сюда, блин. Сюда, говорю, иди. Вонючая сумка. Сумка Адзума. Так, умер. Да, умер. Ух. Ой, жесть. Так, хорошо. Победа. Ну, в принципе, изи. Так, 50 жетонов, 275. Вот эти жетоны безумия, которые нафиг не нужны. И сейчас еще дадут жетоны безумия, которые нафиг не нужны.
Что, где я? Ах, это ты. Хорошо, что ты пришел мне на помощь. Ребята, мой первый отряд, они до сих пор снятся мне. Все они погибли 15 лет назад. Я был неопытным бригадиром. С тех пор у меня что-то вроде травмы. Так сказал психолог Куполь. И она сказала еще, что мне лучше сменить работу. Вот чудная, как же я сменю ее? Это работа моя жизнь. Что ж за дело? Да иди ты нафиг, за дело. Так, никто никого не задела. Ого, тут, кстати, наград у меня дофига, смотри. Да, еще 200... Ого, да, прокачалась, отлично. Отлично, 200 билетов, 75 этот и устойчивость еще. Еще здесь 150 устойчивости. Ну ладно, неплохо, здесь, допустим, прокачиваем мы что-то. Должно получиться нормально. Так, 3 игрока нашлось. 4. Отлично, в рейд. Так, что у нас здесь, Лена? Так, что-то возьмем мы с собой, и у меня... Ого, это очищенный магми, 45 штук. Ой, 52, вернее, штуки. Ну ладно, давай, наверное, возьму. Фиг с ним, в бой, поехали. Пока, наверное, не буду использовать магми. Посмотрим, что я тут смогу нанести. Акалит бездны. Акалит бездны. Жесть. Эй, акалитик. Ахалит, ахалай, махалай, что за ахалит? Что делаешь, ахалит? А, я понял. На, держи. Ой, хорошо. Так, тихо. Ой, нет, что-то 27 секунд, да? Ой, хорошо, так, поймал. Ай, нет, не поймал. Ай-яй-яй, нет. Тихо. Боже, да блин, ты достала. Куда сюда летать, а? Халит, махалит. Боже, я хочу задний удар вот это, да. И не получается. Постоянно она летает. А, ясно, шипы. Так, ну хорошо, мы сейчас ничего не использовали, просто валили. И мы на первом месте тысячу урона нанесли. Ну неплохо, чуваки, неплохо. Все, в бой, следующий. Так, пробуем еще раз выиграть. Сила бездна, или хотя бы еще тоже 1000 урона нанести, но желательно бы побольше. Ахалит. Так, тихо, ахалит, махалит. Хорош. А что ты убираешь эту фигню? Так, хорошо. Ага. Давай попробуем. Ой, да, успел. Отлично. А, блин, подловила меня. Бел. Да, хорошо, отлично. Давай. Ох, еще раз поймал. И еще. Так, сколько урона нанесу, а? Как сейчас думаете? Нет, не подходи, блин. Не вовремя. Тихо, тихо. Да дай встать. Да ты посмотри, кусок ты. Да, успел еще урон нанести. Блин, ну сейчас меньше, мне кажется. Сейчас где-то 900, я думаю, чуваки. Сейчас меньше. Что, 2900? Было 1000, стало 2900? Офигеть. Блин, победа, все, чуваки. Я на первом месте, забрать награду и выйти. Окей, давай посмотрим, что нам дадут. Так, ну ключики, млючики, понятно, это все забираем, тоже забираем. Окей, получена награда, вот, марафон обморожения, по-моему, да? Где это? Вот сюда? Вот это марафон? 70 очков? Смотри, подожди. 70 очков за 5-е место, босс 1-го уровня. А что так мало? Подожди. 200 очков за что? За открытие дуэльных сундуков, за открытие дуэльных сундуков. Подожди, где марафон обморожения? А что мне 70 очков? За что дали? Без первого... А у меня какой без? Без босс. Без босс. У меня босс 1-го уровня, правильно же? А, нет, хотя может быть не 1-го уровня. У меня, наверное, не 1-го уровня. Подожди, давай самый низ залистаем. А, очко за победу в дуэли 20. Кстати, вот тут еще можно собирать. Так, за использование боеприпасов. Ой, тоже нормально можно собрать. Смотри, видал, за использование боеприпасов. За использование очищения магния 200 очков. Ой, да я могу же использовать. Босс 5-го уровня, наверное, у меня был, да? Первое место босс 5-го уровня или какого? Я не понимаю, какого уровня у меня был босс. Давай выйдем, я вообще ничего не понимаю. Вот, уровень 1, уровень 2, видимо, да? Уровень 2, да. Ага, вот уровень 1, уровень 2. 80 надо уже истреться. Так, ну хорошо, пошли сюда. Давай здесь рейд соберем. Окей, рейд собран, в рейд. Поехали. Так, попробуем сейчас, короче, потратить тогда вот этот магмарион, или как он называется. Поехали, за него, за каждую трату 200 очков. А у меня там 50 их, 52, смотри. Так, акалит бездна. Да, теперь у нее 15 полосок хп. Поехали. Так, надо
подловить. Ой, да, отлично. Минус полоска. Минус полоска, но сейчас будет перезарядка. Давай. Ой, подловил. Хорош. Ай-яй-яй. Тихо. А, ушел! Да нет, ну его нафиг. Ты офигела, что ли? Блин. А-та-та. Гадина. Нет, 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 один с ХП, так, хорошо. И вот так еще. Ой, вообще отлично. И вот так, а нет, а вот так. А вот так, вот так, вот так. Да. Фу. Ну ладно, ногами пришлось ее бить, но тут какой-то урон, наверное, нанес. 2200. Ну это видишь, с этой штукой, с магмарионом, или как? Как это фигня, магмий какой-то. Как это называется? Чист магмий, да. С магмием. Вот, и он наносит у нас повышенный урон здоровью, а это наносит стандартный урон здоровью. Понял. Окей. Еще раз пробуем. Ну, наверное, тоже буду использовать этот вонючий магмарион, или как он? Ой, магмий. Да-да-да, давай сразу. Ой, да, отлично, минус. Сейчас, смотри, по идее я должен уже 400 очков заработать, да? Ой, хорошо. На, еще, чтобы было хорошее. Ага, понял. Ай-яй-яй, нет, в это нельзя попадаться. Тихо. А вот теперь хорошо. И вот это хорошо. И вот это отлично вообще. Смотри, я полоску с магмием сбиваю и полоску без магмия. Ай, нет, блин, поймала меня гадина. На. Отлично. Даже больше, чем полоску. А одна полоска, это считай, сколько там? Да, еще поймал под конец. И бомбу установил. Хорош. А одна полоска, это сколько у нее ХП? Одна полоска, это 1000 ХП получается, правильно? Да, 5000 я уже набрал. Офигенно. Так, окей, у нас третий бой уже, третий раз. И попробуем опять же с магмариончиком. Ой, это какой магмариончик? Почему я его магмарион называю? Потому что... Да, почему второй удар не прошел? А, нет, 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 нет. Тихо. А, вот и промахнулся. А, вот и промахнулся. Ну, это, наверное, считается как потраченный, да? Это я просто же по ней не попал. А также я потратил как бы. Правильно же? Правильно же? Правильно. Лови. Отлично. Иди сюда, вонючек. Бездна. Так, полоску я и должен был снести. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Так, 6 секунд. Ой, поймал, да. Еще вот этот удар. Ай, нет, все уже. Тайм-аут. Ну, окей, окей. 1000 хп, я думаю, должен с ней снести, да? Так, и есть все. Забираем награду уже сразу. И у меня уже 400 силы бездна увеличено до 400. Хорошо, еще бонусные карты, все эти штуки, энергии, ключики забираем. И вот еще... Марафон, смотри теперь, докуда мы дошли с тобой, значит. Так, это что у нас? Это не то. Вот сюда идем, да. 770 очков, чуваки. 770. За использование боеприпасов. Да, все правильно. 3 боеприпаса я потратил, 600 очков заработал. 20 очков за победу в дуэли. И непонятно, сколько-то очков за победу где-то чего-то куда-то. Так, 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 где? Ну тут нифига не понятно, тут босс. Вот, за босса 5 уровня. Тут какие-то уровни у боссов, а... Сколько очков за них, непонятно. 50 очков за первое место босс первого уровня. Вот, наверное, это вот это мое, да? Так, где? 50, нет. Боже, как во всем этом разобраться, а? Так, босс второго уровня. 100 очков должны за первое место дать. Но мне, по-моему, ничего не дали. Так, хорошо, награды можем забирать. Вот, еще получается... Офигеть, 90 редких ключей. 655 как, 50 рубинов. Ну, неплохо, неплохо. Неплохо. И здесь у нас еще награды какие-то тоже идут. Доказываешь потрачение... А, 10 очков за каждую потраченную единицу энергии бездны. Тут тоже можно, смотри, 6 тысяч заработать. А у меня энергии бездны. Сколько их вообще? Сколько у меня энергии бездны? Кто знает? А, где это посмотреть? Это посмотреть вот здесь. Вот у меня сколько энергии бездны. Офигеть, бездна. 1221. Очуметь, смотри. Третье место. 400 из 400 уже сложность, прикинь.
Так, ну я, наверное, сейчас поучаствую, все-таки сражусь. Вот, но на этом, я думаю, наш длинный видосик уже подходит к концу, чуваки. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот такой вот новый марафон. Участвуйте, как видите. В рейдах теперь можно участвовать и тоже заработать крутой сет. Сет этот показали, когда я только в игру зашел. Ну, теперь я не знаю, где это посмотреть. Вот, может, в новостях где-то и есть. Ну да ладно, с вами был Максим. Всем удачи и всем пока.